Слава Ісусу Христу, дорогі люди, з Воскресним днем вас. А чего называется сегодняшний день воскресения? А того, что в первый день недели Христос воскрес. И недавно мы говорили воистину воскрес. Это истинная правда, что Иисус есть живой. И в первый день недели Он воскрес. Но прежде всего Он умер за наши с вами грехи на кресте. Затем меня, дорогой человек, Христос висел и проливал святую кровь на кресте. Свою Он жизнь отдал за тебя и меня, дорогой человек. Он отдал свою жизнь, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, имел Божие прощение, которое дает Иисус Христос даром всякому человеку через веру и покаяние. И Христос, Он воскрес, и Он сегодня зовет человека обратиться и покаяться. Покаяться – это признать свои грехи перед Богом, осознать, что я грешный человек, и попросить у Бога прощения, последовать за Ним, за Иисусом Христом. Иисус говорил, кто верует в Него, тот будет исполнять Слово Его, Слово Божие. У многих из вас есть эта святая книга, Библия или Новый Завет в вашем доме. Пусть это не собирает пыль на ваших полках, но пусть будет читаемая книга в доме вашем. Это хлеб для нашей души, это пища для нашей души. Читайте Слово Божие, читайте сегодня псалмы, они очень сильно утешают наше сердце и дают нам надежду. Пусть Бог благословит и хранит вас. Боже, благослови всех людей, кто здесь едет. Благослови Одессу, благослови Украину. Останови это кровопролитие. Пусть мир придет на нашу землю. Храни вас всех Господь. Доброго пути вам. Помните, Бог любит вас. Храни вас Бог. Дякую вам за увагу.